Стартовав с популярной до сих пор Limitless RDTA, стремление компании IGE Limitless предоставить максимум вариантов продуктов не закончилось и на недавно появившемся баке XL. Но на этот раз мы расскажем вам о Limitless 24 RDA, дрипке с противоречиями. Уже стандартная коробка от IGE не отходит от канонов и содержит все необходимое, кроме разве что дрип-типа, хотя в корпусе дрипки оринг для этого есть. Кстати, скажем сразу, мы примерили пару дрип-типов и пришли к выводу, что атомайзер сразу теряет всю красоту и эффектность, так что понятно, почему его тут нет. Но вернемся к основному. Базе. Две стойки позволяют легко установить намотку, а шлицевые винты не перекусят кантал. Сделаны они из закаленного титана, но за время недельного тестирования начали появляться первые признаки деформации. Нижний обдув реализован отлично. Как и в X1 от Vapor's Cloud, отверстия расположены далеко от центра и немного возвышаются над базой. Пин регулируемый, хотя смысла в этом нет, он и так подходит для большинства устройств. Тело дрипки, как и положено для Limitless, украшено фирменным логотипом с двух сторон. А значит, собрать сетап с множеством треугольников снова можно. Ну а сверху производитель психанул от недостатка фантазии и сделал 12 маленьких отверстий для дополнительного забора воздуха. Вопрос, на кого рассчитан верхний обдув, который прикрыть можно разве что вейп-бендом, остается открытым. Воздухозабор больше, но все мы знаем этому цену. И это вкус. Частично решить эту проблему можно только установкой вкусовых намоток. Если вы все же хотите использовать дрипку на механическом моде, то делайте по 4 витка въезд клептона в параллели с обычным канталом. Так разогрев будет быстрее, а сопротивление ниже. Хотя даже так вкус будет далек от ожидаемого. Это не ровнее эталонным Петри или Кеннеди. Осознавая эту проблему, IGE Limitless сделали дополнительный кэп с диаметром в 25 мм. Кроме более толстых стенок, отверстий тут стало в 3 раза меньше, и проточены они под углом. Кэп держится на магнитах и откидывается как на Mad Hatter. Правда, от недостатка вкуса он спасает не сильно. Что в итоге мы получаем от IGE? Мы уже тестировали Color Changing RDA на 22 мм. Это была не идеальная дрипка с отличным дизайном. Мы надеялись, что Limitless 24 станет хорошей работой над ошибками, но в итоге оказалось, что конструктивных недочетов в ней как минимум достаточно. Мы благодарим Vape Tiger за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.